Всем привет! Сегодня мы первый раз вышли с Бенни погулять. Вот. Сегодня 23 января. Всем пока. Ему страшно. Давай, Бенни, гулять. Гулять, гулять. Гуляй, давай, писай, писай. Бенька, вперед, 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 вперед. Вот. Беня, у нас две прививки сделали и поставили чип. Прошло 10 дней после чипирования и второй прививки. Сейчас вышли погулять. Как дела? Как дела? Ну? Давай, 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 давай. Пойдем, пойдем, пойдем. Не-не, гуляй, гуляй, мы гуляй, гуляй. Конечно, ему все любопытно, интересно. Наш мальчик первый раз вышел. Что это там? На улице, правда, минус один. В Санкт-Петербурге все. Бенни, Бенни, фу. Пишите свои комментарии, может быть, какие-то советы напишите. Как его приучить к улице, если он не сходит сам сейчас. Но вроде бы ему понравилось. Смотрите, как он гуляет. Это уже хорошо, потому что я его когда на поводок одел дома, вообще идти не хотел. Вот в лифт прям вот еле-еле затащил его. Вот здесь, смотрите, ходит вроде. Вот. Так что вот так вот. Смотрите продолжение о жизни Бенни. Кто не знает, это Джек Рассел, терьер из фильма «Маска». Помните, такого Майла там был? Вот. Всем пока-пока, подписывайтесь, ставьте лайки.